Алло? Выхожу, выхожу. Володя? Ты, Игорь, приехал, да? Помолился? Нет еще. Кто-то позвонил. Что-то снимает, ходит. Что он голубил? Ничего вообще нет. Стильки. Давайте. Да благословит Господь на дневной труд и умудрит во спасение. Да будет всегда мир и любовь между нами, по слову Твоему. Аминь. Господи, помилуй. Ну, с Богом. С Богом, давайте. Не забывайте, сегодня среда, занятия по скайпу по изучению Библии. Сегодня 31 у нас января 2018 года. Это залезла вот Паля, это рыжая. И Паля, и заглядывает там, где голуби. А голуби сели парить, уже два дня парят. Два. Вон он где. Никита-то вон где выходит. Все. Ему позвонил Игорь. Вот он выходит. Развязал калитку. И пошел. Бегом. Это Игорь Дебунов на своей машине. Что-то посмотреть надо. Некоторые тут смотрят у нас и... Вот вы сидите, боитесь, не открыли. Людей вы приняли, там двое стучатся. Какие-то ходят люди. Вы выйдете, ну еще выйди. Ну просто ничего не знает, лишь бы это злодеи говорят. Вот я показываю, это наш забор, вот он идет забор, вот он забор идет. И прямо упирается в дом, соседний дом рядом. Ему уже 80 с лишним лет, Митрофан, работящий такой старичок. Бабушка дома осталась, он пошел хлеб покупать. Приходит, она лежит уже зарезанная. Наркомана или кто-то. О, боитесь, зарезанная, все похоронили. Вот у меня знакомый, Иван Данилович Кашнарчук, Фрунзе. Сын выступил там, кажется, его как-то звали, Валерий, что ли. Он поехал, Игорь. Жену повез на работу рядом, где бывший краевой суд, меня судили. Там теперь музей истории, искусства, литературы. И она там работает, Марина Геннадьевна. И вот и говорю, во Фрунзе были. Он там выступил, что-то там речь, что ли, с деньгами связано, что-то такое. Я не особо знаю-то. Ну и он в Москву собирается поехать. И днем лег отдохнуть. Он там им пообещал, что в Москве он это опубликует, там это там что-то такое, кажется, финансовое было. Подошел там какой-то этот киргиз через забор. Может, закрыто было. Мать вышла. А что? Ну, вот там это Валерия или кто, или Николай, я не знаю, лично не знал я его. Надо тут что-то наказать в Москву. Ну, видимо, время-то было уже, ну, ночью было, вечером. И она зашла и сына послала. Он только вышел, он сразу его в дверях, в воротах и зарезал. Зарезала, лишились сына. Кого боишься? Ну, только глупый не боится-то, ну, всякая мерзость. Мне стучаться вот так вот. А кто? Да мы знаем, это вот вас, это мы соседка, вот пришли там то другое. Жена там готовила ваше что-то. Ну и что? Ну что, вы боитесь, что ли? Ну да, боюсь, еще что. Да ты что, я одна тут пришла. Я в окошечко смотрю. Отошел, не стал разговаривать. Она отходит, два здоровых мужика с нею. Ну что говорить? Вот у нас, у меня сестра, она за Устиновым Володей. Валентина Тихоновна. А у них был брат Миша, он был в десантных войсках. Случилась драка, стоял в стороне человек, газету держал. Он подходил мимо и потом как бросился во время драки, то ударил, одним ударом его
прямо в сердце ножом, там огромный нож у него был. А он, оказывается, уголовник, уже давно отсидел, вернулся, нужды никакой нету. Как бы была смерть за смерть, то он бы уже за те два убийства впереди был убит. Нет, закон другой. Лучше закона, если не верят в Бога, который был закон и у Моисея, то трудно найти, это благодатный закон был, благодатный. А нет, значит, хотя бы, ну, который сейчас есть законом мусульман, там шииты, сунниты, я не знаю, насколько он разный, этот закон. Смерть за смерть, ни одного гомосексуалиста нету. И если не знают Христа, не знают, не христианские, нет христианского, все прощения. Вот и все. Вот они по шариату судят, это пускай. А то боитесь. Ну, боюсь, и что? Ну, не боялся, кто открыл дверь, вот она, бабушка открыла, им сразу и убили. Люди ни на что. Приходит милиция, меня спрашивали, а вы не знаете? Да я никуда не выхожу, не знаю. Ну, понимают, наркоман. У нее было там рублей 70, и все, пропало. Вот. Володя работает. Надо попросить, чтобы все написали Роману, малышу, письма, как тебе писали, когда ты убежал отсюда. И такие вот письма напиши. А потом их все письма эти оставить здесь, я их опубликую. Его ничем не пробьешь сейчас, Романа. Почему? Он не сам по себе, это демон, беснование. Любую блевотину сжирает, кто бы ни послал, что там все сжирает. А чистую пищу не берет, это невменяемое состояние. И никакого ума не хватит, ничего. Только молиться об изгнании демона лжи. Всякую ложь. Начинал с малого, земля плоская. А теперь подряд все. И церковь вся, и еретики, и крещение принимал тут неправильно, причащался неправильно. Хорошие те, о которых он их не знает. Со всеми врагами соединяется мгновенно. И да, это не все еще. Опускаться должен еще дальше. В конце концов, кончится это. Вот так. Все на этом.